Администрация городского поселения Видное приняла решение освободить ряд помещений на первых этажах жилых домов для размещения там детско-юношеских клубов. Только на прошлой неделе в городе было открыто 3 новых творческих клуба, а в понедельник, 7 июля, на проспекте Ленинского комсомола состоялось открытие спортивного клуба «Чемпион», где дети будут изучать основы карате. Открытие еще одного спортивного клуба состоялось в понедельник, 7 июля. Клуб разместился по проспекту Ленинского комсомола в здании, где расположен книжный магазин, в помещении бывшего хозяйственного. Пока отремонтирован цокольный этаж площадью 140 квадратных метров. Городская администрация планирует под клуб отдать и второе помещение хозяйственного магазина. Сегодня мы составили уже смету расходов, это почти 1,5 миллиона рублей. Мы объединим первое и второе помещение общей лестницей для того, чтобы действительно направленность клуба была или по возрасту, или по каким-то направлениям спорта. Всю эту работу планируем выполнять в этом году. Спортивный клуб «Чемпион» был образован в 2013 году на базе клуба «Десантник». Клуб стал развиваться, участвовать в мероприятиях города, на соревнованиях, и было решение администрации открыть более большой клуб, в котором они могли бы развиваться. И в этой части города нет ни одного клуба. Поэтому это была значимая вещь для шаговой доступности детей заниматься спортом. Руководителем была назначена Анастасия Белых, двукратная чемпионка мира по карате. Группа будет 15-20 человек, не больше. В дальнейшем планируем, конечно, качалку сделать, докупить возможные материалы, необходимые для удобства занятий. Помещение нового клуба позволит проводить занятия для более чем 100 человек. Это сделали люди неравнодушные. Те, которые не на словах, а на деле, хотят, чтобы наши ребята занимались спортом. Занимались спортом с юных лет. И вот сегодня еще один клуб спортивный появился в нашем городе. Надо сказать, с очень таким претензионным названием «Чемпион». Значит, что у ребят есть устремление, да, здоровое вот настроение на этот счет. Даже не сомневаюсь, что все и получится. В добрый путь, чемпион. Ну, а мы, да, взрослые, будем заниматься дальше тем, чтобы как можно больше таких мест для занятий спорта у нас появлялось в городе. Воспитанники клуба «Чемпион» уже достигали всевозможных побед, а теперь, имея свое помещение, побед, конечно, будет больше. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.